Вчера на Zoom, который мы проводили на совмещенную команду Европа-Россия, лидерскую команду, Мигель счел необходимым рассказать о том, что мы все с вами ждем. То есть у нас на сегодняшний момент, особенно партнеры, старые партнеры, которые имеют в бэк-офисе токены, они хотят знать возможность их движения, в каком состоянии находится механизм их вывода на CoinMarketCap, то есть в реальную жизнь, каким образом обеспечивается на сегодня возможность их продажи по ICO, насколько готовы все инструменты. Это те вопросы, которые нас всех волнуют. Почему? Потому что мы многократно заявляли о нашем обменники Umbrella. Я вот сегодня говорила, вчера говорила, еще раз повторюсь, что наш обменник Umbrella – это полноценная биржа. Это не онлайн-обменник, носитель веб-обменник, который при определенных умных действиях сумел совместить ввод, вывод и обмен неких электронных денег и завязан на одном человеке, владельце частном, который является, ну, сегодня есть, завтра нет, который является нелегальной формой в Европе, во всем мире. Да, в России их много. Это очень облегчало определенный период возможность работы с биткоином. Нигде в мире это не работает, потому что создание обменника, либо exchange, либо биржа, как хотите это называйте, это работа, которая строго контролируется, регламентируется определенными структурами. Здесь невозможно это сделать. Вот так вот заявить о себе, онлайн выйти и существовать безбоязненно годы. Это невозможно. Все, кто работает, знают, все в Европе ищут, через что купить обменник, каким образом работать. Особенно Штаты, это только Coinbase. Сейчас стали появляться банкоматы, мини-терминалы, криптоматы, да, мини эти, которые позволяют осуществлять эту деятельность, но опять же в жесткой связке, легальной привязке ваших счетов либо карт. То есть все официально. То, что делал Coinbase, теперь можно делать с помощью этих аппаратов, но опять же в жесткой привязке ваших легальных карт и счетов. Поэтому существовать вот в форме, которая доступна была России длительное время, а сейчас мы знаем, да, что происходит. Поэтому я думаю, что, ну, максимум год в России этот механизм тоже будет введен. Не так-то просто будет заниматься обменными процессами фиатные деньги, криптовалюта посредством вот таких нелегальных каких-то носителей. Поэтому создание подобного механизма – это очень такой сложный процесс. И для ускорения запуска, обещанного нами запуска максимально быстрого в течение месяца нашего обменника, компания купила ядро обменника, купила, я об этом уже говорил, это серьезные затраты, не стали заморачиваться, разрабатывать сами это, на это еще убивать месяцы, в общем, купили, и в апреле эта сделка была закончена, начались там дополнительные согласовательные процессы взаимодействия с посредниками, с партнерами. Здесь вчера Мигель говорил, что для того, чтобы запустить в легальном поле действия обменника, одного обменника недостаточно, должны быть партнерские отношения с ускорителями процесса. Там много моментов, которые специалисты поймут. Я не буду сейчас говорить об этом, но это прежде всего организация бесперебойного защищенной работы в области транзакций, в области технологии блокчейн. Она подразумевает сотрудничество нескольких партнеров. И одной из составных частей, не последняя, а главной частью, наверное, это страхование каждого токена. Страхование каждого токена подразумевает готовый white paper и обоснование реальности этой разработки для того, чтобы все вот это вообще в реальности можно было соединить и запустить. Это бюрократически, технически сложный, дорогостоящий процесс. И, конечно, нас всех волновало, когда. И прежде всего, когда начнется ICO. Мы все с вами на pre-ICO покупали по определенной стоимости монеты. Нам позволяло сейчас вложить деньги в монету, которая выходит с другой стоимостью, обоснованной другой стоимостью на биржу. Но для старта в мировом порядке объявляется сейчас ICO. Запуска каждой монеты к концу этой недели и на следующей неделе объявляется ICO по этой монете на 90 дней. Какая будет цена монеты на ICO, я не знаю, пока еще президент не сказал. Но она будет чуть выше тех цен, которые нам даны как старым партнерам по контрактам. Поэтому в этом плане у нас маржа и это есть. Итак,
Готов сайт, нам его вчера показывали полностью. Это демо-версия, то есть сайт нам дадут, я думаю, либо это в эту пятницу, либо в понедельник для пользования. Я специально показывала, что это, почему, потому что сейчас идет загрузка контента. На сегодняшний момент все, что касается Eagle Social Gold Coin, все загружено. Вторым идет EcoCoin загрузка, потом AgroCoin, Time is Money. Поэтому это непростая работа, прежде всего потому, что на этом сайте есть white paper, каждой монеты, каждого токена, причем в английском варианте уже не черновые варианты, которые нам сбрасывали, я читала, допустим, есть английский вариант международный, причем дополненный white paper. Еще одна стадия задержки, которую компания вынуждена была сделать, это добавление в white paper информации о контрактных отношениях, контрактных с физическим использованием либо физической поддержкой того-либо другого токена, тех либо иных корпораций, объединений, компаний, с кем компания наша сотрудничает для поддержки обоснования реальности того-либо другого токена. Это требования, которые с 2020 года повсеместно будут применяться для вывода на ICO той-либо другой разработки. White paper должен будет быть укомплектован контрактными отношениями с тем либо другим направлением бизнеса, где этот токен собирается быть применим. Это, ну, регламентация, о которой мы все время говорим, регламентация рынка, которая неизбежна и которая все более и более становится упорядоченной и убирает просто спекулятивный выпуск неких технологий, называемых монетами, для функционирования чисто на спекулятивных началах на биржах. То есть очень много за последнее время выходит положений, не каждый день изменяются, поэтому сложно сейчас, доводя до совершенства один механизм, уже что-то изменилось в другом, необходимо уже это опять доводить, поэтому немножечко протяжка произошла с выпуском white paper в том виде, который мы сейчас уже его получаем. А это все-таки программный документ каждой монеты. Все знают, что такое белая бумага. Это документ, который позволяет монете называться, если он принят CoinMarketCap, если он утвержден, если он везде прошел листинг, то он позволяет называться тому либо другому токену реально существующей технологии. А еще если он подтвержден вот теми контрактными отношениями, о которых я говорю, то это реально существующая технология для применения в том либо другом виде бизнеса. Итак, наш сайт готов. Ну, здесь мы кликнули первым делом ID токен, поэтому, естественно, ID токен у нас первый какой? Eagle Social Gold Coin. Называться сайт будет idtokens.net. Ну, мы получим ссылку, я думаю, в ближайшие дни или часы мы получим эту ссылку в чате мастеров, я всю ее раздам. Итак, кликая первым делом на наш ID токен Social EI Social Gold Coin, мы получаем страницу его позицию, где открывается white paper. С левой стороны, вы видите, сколько там более, по-моему, 10 позиций, где вы можете, кликая на каждую позицию, он нам это все вчера проводил. Я не стала абсолютно все делать скрины, просто некий формат, чтобы вы понимали, что это такое. Очень много информации, все можно прочесть, все можно понять, там необходимо прочесть и понять, если мы собираемся разбираться в том продукте, который компания выдала на рынок. Это уже не стартап, это уже готовая разработка, потому что контракты, которые являются обоснованием реальности существования нашего золотого коина, это два направления, это биржа Umbrella и это наша золотодобывающая компания АСВ. Все мы знаем, что только по СВ, какое количество документации, информации, сколько всего было заложено в то, чтобы эта компания прошла листинг на лондонской бирже как реально существующая компания, занимающаяся золотодобычей и увязанная с платформой, на которой создан инструмент перехода от криптовалютных монет к фиатным деньгам, это наш Eagle Social Gold Coin. Так вот, обоснованием золотого содержания этой монеты, наш Eagle Social Goldcoin, является золотодобыча, наша собственная, наша платформа, которая прошла все необходимые проверки, верификации и принята лондонской биржей драгметаллов, прошедшая листинг, принята для, как сказать, обоснования 1 грамм, 1 коин, обоснования стоимости нашего коина. Это все очень сложный, длительный процесс, но это все вот есть в документации в главном офисе, который можно посмотреть. Что такое Umbrella? Umbrella – это собственная биржа, которая готова для чего? Для того, чтобы обменные механизмы между многоплановыми, различными, различного направления действия токенами, которые уже приняты как пары для обменных процессов, могли существовать на нашей бирже.
взаимоувязка собственных разработок с существующим рынком токенов, валют, монет, как угодно их называть, которые уже составляют пары в обменных процессах на более чем 300 бирж, которые существуют в мире, более 300 уже. Поэтому Umbrella – это очень важный инструмент, это очень важная поддержка нашего токена, потому что, начиная функционировать легально и глобально, а именно в этом суть, мы даем выход не просто собственным монетам, мы даем информацию о том, что существующая в реальном виде биржа, которая производит торги, обмены не только наших монет, но и другие пары, так вот существующая биржа своей доходностью обеспечивает волатильность нашего коина. Кроме золота, у нас еще и вот эта часть есть. Очень много моментов, которые вот здесь прописаны, это все нужно будет читать. Всем тем, кто хочет знать информацию в глубину, это все нужно будет читать. Да, большой пайпер, его можно будет скачать, вот видите здесь, да, есть. Это все можно в ближайшие дни уже получить в пользование каждому из нас, каждому партнеру. Приложение, которое готово, ну, уже все кинулись искать. Почему-то россияне все время бросаются везде все искать. Я только выдала, информация была свежая, было сказано, что готово приложение. Будет изменена еще цветовая гамма, будет изменять, потому что согласования идут последние, утверждение идет по платформе iOS. Мы знаем, что Apple не так быстро адаптирует на своем Apple Store любые приложения, что там определенные отношения и проверка, и оплата, но это все отдельный этап. Так вот, для того, чтобы дать, что все готово, я всегда прошу, давайте будем делить только официальной информацией. Не нужно бросаться рысью впереди паровоза и проверять все, есть, нет, а потом еще писать все то, что выливается дальше. Я стараюсь дать информацию, которая позволяет партнерам видеть, какие шаги на сегодня сделаны, на какой стадии мы находимся и приближаемся куда и где, к нашей точке, главной точке использования этой платформы. То есть если мы просто говорили 3 месяца назад, что он делают, купили ядро, делают, то сейчас я показываю, что уже сделано. И когда нам показали вот этот икон, это изображение, да, самого приложения, то это абсолютная реальность, потому что нам открыли это все. Тут показали нам пары, мы вчера это все видели. Видели вживую, потому что Мигел, если здесь я показываю скрины с экрана, то Мигел, естественно, он все-таки управленец, у него есть сайт доступа к управлению структурой, поэтому он показывал то, что уже готово, демо-версия готова, то есть он не может вот так вот взять, щелчком дать. Технически должны дать программисты старт, все, поехали. Как он сказал вчера, от нас это уже не зависит. Все, что касалось нас, разработано, сделано, проверено, все тесты прошли, все сделали. Но партнерские отношения со многими связующими звеньями этой структуры, они теперь уже не мы. Вот они скажут завтра, поехали, все, начинаем. Поэтому давайте мы уже реально воспринимать то, что происходит. Нам показали уже всю начинку нашей биржи. Нормальная, я вам скажу, серьезная начинка получается. Мы видим, да, что он есть. Вчера он объяснил, что такое у нас quick trade. Ускоритель операции, совершение операции. То есть он очень многие моменты, которые он рассказывает, я не буду их повторять, но они есть, они увязаны здесь для того, чтобы обменник наравне с другими начинал свою жизнь, постепенно входил в оборот среди очень многих партнеров, чтобы он получал популярность. Для этого приложены большие усилия, и со стороны президента привлечены серьезные силы для того, чтобы его запустить в использование быстро. Мы знаем, что многие биржи могут проходить длительный путь, в общем-то, входа в этот рынок. Здесь каждый занимается своим делом, поэтому мы с вами получим готовый инструмент в ближайшие дни, часы, дни, не скажу когда, но при этом Android Anti-OS, вы видите, при этом компания уже позаботилась о том, чтобы приложение рабочим было и на Android, и на носителях Apple, на айфонах, поэтому я хочу сказать, что касалось подготовки этого инструмента, это не слова. Мы с вами действительно находимся в той стадии, в том моменте, когда вот наш основной сайт, информационный носитель всех, в общем-то, всей информации по всем токенам, я не знаю, если у меня есть, я разместила либо нет, сейчас я посмотрю, здесь бы должны были быть еще токены, ну, неважно, если нет, неважно, не включила сюда. Каждую страницу можно будет открыть и посмотреть токены AgroCoin. Просто эти страницы еще не загружены, поэтому AgroCoin, EcoCoin и Time is Money страницы загружаются сегодня, завтра, на следующей неделе, white paper, всеми составляющими для того, чтобы мы понимали, куда мы с вами пришли. Эта часть понятна?
Global Star Club. Возможности безграничны.